сборной в том числе. Станкович с мячом. Подача. И Балотелли дубль оформит. На Балотелли записывается гол. 3-0. Разгром. Виноват ли сейчас Сиригу? Не знаю, но счет 3-0. Говорят, счет всегда по игре. Ну, вообще, если вот не смотреть матч, а только отслеживать в интернете, там, скажем, да, результат просто, наверное, может сложиться превратное впечатление о раскладе сил. Не настолько плохо играет Палермо. Да, сейчас голкипер не виноват. Виноват, конечно, защитник, который ему просто помешал, либо не услышал подсказку. Но я думаю, что грешить стоит на незнание итальянского языка Симоном Кьяером. 20 лет молодому человеку. Наверное, не до конца он понимает или слышит, что происходит вокруг. Сейчас мяч был вратарский совершенно. Кьяер ему просто-напросто помешал.